Ну а теперь к другим темам. Три человека погибли в ДТП в Дагестане. Авария произошла на автодороге Хасавюрт-Бабаюрт. По предварительной информации, 36-летний житель Кизляра, управляя автомобилем «Лада Приора», выехал на встречку и столкнулся с автомашиной «Газель». В результате водитель легкового авто, а также два его пассажира скончались от полученных травм на месте. Водитель грузового автомобиля доставлен в медучреждение Хасавюрта. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая выяснит все обстоятельства произошедшего.